В России не просто имеются отечественные разработки, их уже не первый год успешно внедряют в сферу информационных технологий. Ульяновск в этом смысле не исключение. IT-компания The Brain занимается созданием программного обеспечения для российских заказчиков вот уже 6 лет. Основная деятельность компании направлена на внедрение IT-решений для бизнес-клиентов из России. Мы не только внедряем свои разработки, но и выполняем заказы на разработки систем от бизнеса, а бизнес всегда требует какие-то конкурентные преимущества для себя, да, и адаптацию решений под свои задачи. А двух одинаковых бизнесов практически не бывает. Сначала специалисты компании изучают бизнес-процессы заказчика, цели и задачи проекта, пользовательские роли и сценарии, требования к безопасности. И только потом приступают к разработке приложения, веб-сайта или сервиса. Сейчас сотрудники работают над несколькими проектами. Например, в списке разработок сервис по ресурс-менеджменту. Система мониторинга помогает определить загрузку специалистов с определенными компетенциями. Нужны специалисты или команды, обладающие определенными компетенциями. У нас есть набор таких специалистов, и мы с помощью этого сервиса распределяем, понимаем текущую загрузку и можем взаимодействовать, например, с нашими рекрутерами, чтобы пополнять эти компетенции с рынка труда. Продукты, которые разрабатываются в компании, могут заместить импортные товары, крупные IT-бренды, которые ушли с российского рынка. Чаще всего до определенного момента переиспользовались решения, которые были написаны программистами иностранными. Или, например, применялись, да, здесь, не переиспользовались. У нас тоже такой опыт, например, есть. Сейчас мы там всеми усилиями стараемся, чтобы наши собственные сервисы, они были на уровне и помогали решать те же самые задачи так же, как минимум, или более эффективно. С уходом зарубежных компаний интерес к отечественным решениям со стороны коммерческих и бюджетных заказчиков будет только расти. А это новый толчок к ускоренному развитию ульяновских и российских IT-специалистов. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.